положение определено. Показываю варианты. Сейчас поищу. Thank you.
прямо 4 километра. Что там улетели сандали? Че, не наебали нас, мы нагивали, все равно то и за 630. Алло? Да. Да. Я им даже кондей заправил сейчас, блядь, чтобы они это, дорогу поехали, как цивильные люди. Ну как, блядь? Да. Да. Блять, вот ты тип. Блять, я сейчас заезжать, там целый крюк делай, блять. Давай как-нибудь потом другой раз заедем. Сейчас по-любому к тебе пригонять еще Форд и Мазду. И тебе еще все по-любому сейчас пригонять еще Вольво и Форд, блять. Ну понял, помнишь, что Вольво? Конечно, буду. Сейчас хохол пробухается, блядь. Я ему сейчас начешу, что мы все свои машины продали. Вот. И у него фокус там стоит белый вот этот. И Вольво. По-любому сейчас, блядь, пригоним. Так. Бля, мы уже уехали, Валек. Ты дал там что-нибудь? Кому? Этим манагерам. Нет. А что, надо было что-то? Блядь. Они спросили, бля, я просто типа на улице с Маздой сковырялся, а Валек там с ними считал, я вышел. Они спросили, типа, 605, ну, тут такое, дали, посчитали, все, я взял и ушел. Да? Бля, это пятак Монагеру надо дать еще. Может, как-то это? Да? Бля, мне пиздец как надо, ты представляешь просто. Бля, я же еще, знаешь, что забыл? Даже стойку же купил на камере еще, блядь. За стойку-то деньги тебе тоже не отдали. Сейчас Андрюшу позвоню, пусть скидывает, блядь. Вот. Ладно, и хохло сейчас позвоню, надо, значит, Вольво, надо Вольво тоже знать сюда. С этим, с Фордом. Вот. Ну давай, ладно, связь. Он же меня попросил, такой, Монагеру, пятак дайте. Мне главное, чтобы 600 навыков на него осталось. Он мне дал 605, договаривались, я говорю, да, и все, посчитал. И ты что делаешь? Возвращаться? Ну ладно, при этом часа хуже. Он сам спросил, я ничего не говорил про сумму. Ну нормально, да, так? Бля, ну мы вообще хотя бы, конечно, Монагеру надо писать. Так, все, давайте, может, вернемся. Дадим так ему, да? И 600 типа останется. Да. Ну, у нас денег дохуя, да? Не дохуя, но все равно. А все, объясни, блядь, это за что вот это вот все? Ну, он там с ним, блядь, вел эту беседу, блядь, всю хуйню, движуху. Все, он налаживал. Тема вот это. Да? Да. Сейчас пусть Мазда проедет, не у нас. Вази еще пылесос пущено, видел, правда? Да, видел, переднее, правое, да? Угу. А они выехали? Да, он прям за нами ехал. Может, там остановился. Может, блядь, развернулся? Достань пятерочку. Это лето. Ну, вот прям, да, вот и наверх. Царями, блядь, нихуя себе. Да. Что, проехала? Нет. Да, бля, заебали.
суп, как назло сбрасывает. Вот, сейчас давай. Смотри, 605 он сейчас дал, и пятерку он переводил, да, вон он стоит. И пятерку он переводил на расчетный счет, правильно? Счет машины, счет стоимости. Кули, видишь, деревенские, блядь. Отлично, отлично, блядь. Нет. Я тебе рассказывал, как Газель продал, блядь, эти знаком было ли, блядь, этих. Нет. Разъебался их паливать. Настояла Газель на продаже, я ее продал, блядь. Даги мне впарили, блядь, 5 пятаков. Это сломано, блядь, походу, она не работает. А, блин, я ее втыкал, блядь. Она, видишь, кусочек откололся, ну что этот? Нам остался внутри. Так, с деньгами поедем до дома? Или как? А что с ней делать? Ну или на карту положить. 600 косарей на карту? Ну да. Боюсь, что блокировал карту или что? Да, с чего-то. Ну ладно, хрен с ним. Главное, чтобы нас сейчас по наводке где-нибудь не нахлал пучка. В принципе, сумма не та. Чтобы нахлал пучка. Но для Твери это сумма. Да. Так. Как мы едем? По бесплатке? Конечно, поля. Привет. Чего? Ай, блядь, ёбаный ворот. Забыл, блядь, запарился. Заебал этот телефон, сука, в голову выебал.
Бля, кину. Сегодня кину. Не. Ну, думаю, да. Ага. Ага. Ну, понял. Хорошо, ладно, скидывай. Да. Все, окей. Давай, давай. Ну да, 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 да. Будет, конечно. Ну, работаем вместе, надо сказать. Ага, будет, будет. Ага. Ладно, ладно, хорошо. Давай. Бля, хоть нет нигде фотографии резины вот этой, которая зимняя у нас намазана. Короче, он сейчас кинет мне паспорт этого типа, который маску покупает. Угу. Сделать стал этот гараж, приехали, короче, расписались. А от чьего имени? От моего? Да, ну да. Не от Света, да? Ну да. И в договоре сколько указывается? Наверное, как есть. Один камешек с плеч. Да, ну, с этим висяком. Блин, я не помню, какая там была эта резина. На диск, которая. Оу. Я, короче, бля, ну мы вернулись, короче, и так отдали ему. Не, я же, ну, как сказал, что мы, ну, сделаем. Прямо, да? Да, да, да. Не, ну, блядь, просто уехали, понял? Я говорю, просто я запарился, я понял, с ними там, с этим кондеем, блядь, предохранители, компрессор не срабатывает. И все, Валек вышел, говорит, ну все, все, поехали. Я сел, а потом, блядь, ты звонишь, пишешь. А я что-то бывает. Вот. Ну ясно, ясно, ладно. Короче, этот, по поводу Volvo и Форда сейчас подвечаю. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 30. Не, да, дружить продолжаем, все равно не это. Ну, блядь, а что делать? Мы же сами тебе рассказали, что настолько. Давай, гаишник стоит. Гаишник стоял, сука. Да. Направо. Че? Ага. Да понял все. Ладно, понял все. Угу. А там тебе бородач привет передавал, кстати. Блядь, детям с кондеем как-нибудь это, блядь, по времени, ну, блядь, пиздец, надо ехать. У нас там дел пизда даже. Вот. Ладно, мы тут насчет рыбалки думаем еще, может, это, заедем. Угу. Все, заметано.
понял тебя. Ну все, ладно. Давай на связи, а то мне там навигатор, я туда не поворачиваю. Давай. Я как-то уже хотел свой пятак ему переводить. Демон, блядь. Ничего. Как хотел, надо назвать. Демонов. Надо три. Сапожник. М? Поменьше мата. Направо. Впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60. Мы считаем, сейчас через центр Твери проедем. Трамвайные полосы есть, смотрите. Что мы делаем-то сейчас? Че? Приезжаем и что? Копайся пока там, если ищи еще сколько-то денег. Сани, не сани. Да, это понятно. Завязку есть у меня? А мы другим путем, чтобы поехать.
Макдональдс. Не включается, потому что в этом в Мазде левее, да? Да, да, да. Почему? Потому что пизда компрессора. Компрессор пиздец. Завязывай. Не исправим кондиционер, короче. Да, я понял. Газ есть, заправлено. Что-то непонятно, то холодно, то душно. Так. Сказал им там про пружины задние от CX-7. Угу. Все дела. Что? Нормальные типы. Деревенские видно сами. Что деревенские? Деревенские типы. Пробег у них одной. Наверное, да. Одной пробег. 280 тысяч был. Ага. Сейчас 120. Я так и не понял, оставили они машину на продажу или нет? Что-то вроде уехали на ней. Мужик вот этот, например, постарше. Видимо, не оставил. Стингер. Угу, крутая вообще. 2 литра турбо. Сколько ты говоришь где-то вложений? 480-490? Ну что там, все равно в плюсе. Даже при том, что мы очень сильно скинули, мы все равно в плюсе. Ну, больше да. Сотки в плюсе. Смотри, стоящий Матис, да? Впереди мобильный пост ДПС в переход. Ограничение налево? 60. Прямо.
600 метров. Верните направо. Это кто скинул? Женя Совхоз. Женя вот этот, который встал с там. Да. Требует ремонт. После мойки не заводится. До этого было все нормально. Верхние зимние элитные. Не знаю, в чем причина. Продаю как есть по организации. Плана. Помыло двигатель. Ну, блок, наверное, мозгам. Впереди мобильный пост ДПС в переходе. А рынок, по ним, какой? Мотив 2004 года. Очень кажется, что они не стоят. Сейчас скоро будет справа. Дальше. Это все туда. Походу, да. Да, нормально тут очередь. Ладно, они там перевещание подают по два блогера. Это не большая задача, там это еще. Так, а что сейчас брать-то? Бигтейст или картошка? Бигтейст. Кола, картошка, бигтейст. Так, а я, наверное, это вместо колы, знаешь, что это клубничный коктейль. Я тоже. Да, я только хотел сказать, фруктовый коктейль хочу. Но молочный, да? Да, молочный. Да. Товарищи, вот куда, как они едут? Они на выезд или что? А, эти ждут. Получать. Ё-моё, это вот так вот вокруг здания все. Три машины, говоришь? Да, там есть вот. Так, Сашка сказал, сейчас доедет, посмотрит свои записи. Я нашел цифры, знаешь, какие? Вот. 365 плюс 60 плюс 5. 430. Я вот так вот нашел. Нужно все скорее померить. Сейчас он. Да, считай, кредит закрыл. Не закрыл, а? Нашел на кредит денег. Да, месяц оплатил. Ну, слава богу, хоть. Хоть что-то. Сейчас с Мазды ты еще тридцаточку заберешь. И мы в нулях. Я думаю, может, сейчас что-нибудь вложим куда-нибудь, может, лучше. Нормальное дело. Нормальное это какое? Ну, может, что-нибудь куда? Машину? Гараж еще один замутил, какую машину купил. А, у нас денег не хватит. Алло. Да. Да, я посмотрел, но она 60 тысяч хочет за него. Это 4-й год, да нахер он нужен, блядь. Да, ну и так из-за заказов он уже приезжает, вот так хватает. Смысл за ней заморачиваться, этим Матисом. Да, не, ей этого хватает. Времени даже не хватает, чтобы сделать.
так. Вот. Она за МАТИС, что она там заплатит? А, не, сейчас нормально, сейчас вижу туда. Вот, что там у тебя как дела? Ладно, мы в Твери, короче, просто. Да. Да. Не, отдавали, наоборот. Вот это отдали. Да. Ну, может, ты помнишь, белая у нас Мазда была. Помнишь, мы ездили там, в пикап, ну, это такой был, минивэн. Да, да, да. Да, да. Да, нормально. Вот. Вот так. Ну, ладненько, Жек, у меня там этот разрывается на связи. Давай, на связи. Ага. Рынок от 75. Да сколько, за 60 она хочет? Угу. А что она там, автомат, не автомат? Абсолютно. Ну, там сюда хотя. Где? Автовывод. Угу. Четвертый механика. Угу. 60 тысяч, а он стоит 75. Так, на ходу, не на ходу вообще. А как состояние у него? Хороший СОС. Горит, наверное. Ну вот, слушай, мы про перево забыли совсем. J32 противотуманки, правая. У нас там целая как раз, да? По-моему, как раз разбитая, нет? По-моему, левая разбита. Левая встречная, правая целая. Да? И цена ее... Не знаю, 1500. Давай 9. А ты бампер фотку недавно пробили, да? Там видно. Я уже ответил. Бампер. Как вы посмотрите? Это с трещиной. Какая? Левая. Левая с трещиной. А он правую как раз хочет, да? Потому что ему говорили, что 465 полностью она обошлась.
Потом и забил в голову смерть. Не, ну погоди, но она же не 465 обошлась, а 480. Это на тот момент, когда эти... А после этого что мы еще с ней делали? Ну, там и потолок делали, что-то не делали. Коврики покупали, потолок делали. По-моему, стойки стабилизатора, потом добавились еще там еще какая-то пилотная вон дописана. Эти пробег, всю эту хуйню. Да, свет сделали мы. Ну, 6 тысяч, наверное, было оказалось. Дальнего света не было. Электроники не работали, да, 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 точно. И этот такой, и пробег. Он мне потом позвонил, говорит, блок за полторашку типа, будет брать электроники. Я говорю, ну давай, пусть. Масло не менял коробки, типа упашка, я меня коробки масла не менял, не поменяйте. Вторая идет, видишь. Так, что берем? Берем два бифтейки, да? Две картошки, два соуса и два этого коктейля клубничного. Mm-hmm. Больших, наверное. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам два Биг Тейсти. Две больших картошки фри. Да. Сырный. И два клубничных молочных коктейля больших. Алло. Оплата каждый? Да. Все, девушка, все. Виталий Васильевич, здрасте.
Бэн, так себе. Могло быть и лучше. Сто лет тебя не слышал. Куда ты пропал там? А ты все, уехал уже? Ну а что там, кстати, суд-то у тебя прошел? Да ладно. Да. Ну ясно, ясно. А, ничего, он с Твери едем сейчас. Едем в Москву, он с Твери. Ну, куда с тобой ездили, помнишь? Так что так. Эту отдали белую Мазду. Вот. Все, последнюю машину. Не, почему? Пола у нас есть еще. Приложи просто. Пятую, да. Тоже отдали, да. А ничего, что? Надо что, как что-то думать с ней. Хрен его знает. Не знаю даже. А что там, и Форд же у вас тоже стоит, да? Не отдали же вы Форд? Нашел? Ну все поотдавали, все ведра, которые были, и камеры отдали, и все отдали. Не, ну не скажешь, но все поотдавали. Где встать-то? Нормально. На дачу поехал с товарищем каким-то. А мы с Вальком. Вот. Съездили вообще, бабки собрали, в Москву едем. Так, так. Во Льву надо вон гнать туда, в салон отдать и все, и пусть продают. Мы считаем, что через них все и отдали только. Благодаря им. Так что так вот. О. Так что подумай, если что. Нормально. Кстати, вообще хорошая движуха. Вообще отличная. Вот. Вот сейчас денег чуть подняли на тачках, на этих. Сейчас все въебем в эти, в запретные, понял, на запчасти. Вот. Думаем, что это куда выгоднее. У нас там уже от Тианы уже все рожки-дножки остались. Уже почти продали его. Вообще хорошее здесь дело. Я не знаю, чем мы раньше этим не занялись. Сейчас будем строить, ну, построим еще один гараж и зафигачим туда. А вот. Что, соус один дали? Два просил. Вот, дядь, ну ладно, все, Макдональдс тебе там. Хавки набрали, короче, сидим хаваем. Вот. А давай, ну, дядь, ага. Прям скрипит. Что скрипит? Кушай? Хохол надо. Хохол прям скрипит, реально. Давай, говорит, по льву. Вот. Один пробили почему-то. Да? Да их ясно. Хавай мой, я не особо хочу. Вот, тесте. Тема. Хохол прям скрипит, отвечаю, как можно говорить. Угу. Троллишь его. Угу. Лицом прям.
Оголодали, да, не до вообще этого даже. Не до разговоров. Картошка не такая, как в московском магазине, да? Ну, она, может, дольше полежала. И дождик заодно закончился. Такая котлета, ебать, лежит. Просто пиздец, глянь. В 5000-х так выглядело бы 6 миллионов. 3. Почему 3? Ну там 600 тысяч. Ну. No. Ну, в 5000-х. В 5000-х 6 пачек, 3 миллиона. 500 тысяч. Пачка 5000-х, это 500 тысяч. А, ну да. Слава богу, она ушла. Да, я же не говорю, нечего жадничать. Взял, есть клиент, отдать нахуй. Все. Чуть-чуть времени пройдет, она еще дешевле стоит. Да? Ну и так у нас зависит. Угу. Ответа. Thank you.
короче говоря, свидетель по делу по Иванову. Угу. Коронавирусом заболел. Угу. Суд перенесли. А он на чьей стороне свидетель? Не знаю. Какой ты хочешь? Угу. Даже 450 не обязательно, 400 потом идет. Ну, пахнет, хрустит.